привет! Сегодня я снимаю видео на тему топ-10 моих любимых органических натуральных продуктов. Конечно же, большая часть была куплена на сайте iHerb, но что-то я покупала в Москве, что-то я покупала за границей, поэтому обо всем поподробнее расскажу чуть позже. И давайте я начну с масел. Первое масло у меня от фирмы Облепиха Сиберика Professional, и это облепиховый комплекс масел для роста волос. Я его уже показывала в покупках, говорила, что позже поделюсь своим мнением. Так вот, мне это масло очень понравилось, мне понравился его запах, очень такой яркий, терпкий, действительно пахнет облепихой, поэтому, кому нравятся сладкие, одновременно такие кислые запахи, я уверена, что вам понравится это масло. И, конечно же, мне нравится, как это масло действует на мои волосы, они становятся чуть более мягкими, чуть более послушными, поэтому очень его люблю, и уже больше половины я использовала это масло, обязательно куплю вторую баночку. Следующее масло, без которого я совершенно не могу обходиться, это масло органовое. У меня это масло с... Сейчас скажу, как фирма называется. Вернее, это не фирма, я его покупала в аптеке, которая называется «Фармация доктор Бурати». Это аптека находится в Венеции, поэтому кто там будет, обязательно купите это масло, потому что я его покупаю уже второй раз, и уже 1/3 я использовала. Люблю это масло использовать именно зимой, именно на ночь, потому что лицо нуждается в более таком, вернее, кожа лица нуждается в более таком сильном питании, в сильном увлажнении. Это масло отлично просто с этим справляется. Кожа лица чувствует себя очень хорошо после этого масла, поэтому всем советую органовое масло, конечно же, не обязательно этой фирмы. Следующее масло у меня от фирмы Aura Cassie, покупала я его на сайте iHerb, это масло ромашки и масло жожоба. Я уже, по-моему, о нем рассказывала, если не рассказывала, то расскажу сейчас. Мне очень нравится, как это масло справляется с именно какими-то покраснениями. Допустим, если у вас назревает какой-то прыщик, либо, в принципе, какое-то у вас раздражение на лице, то ромашка это раздражение снимет. И в то же время здесь есть масло жожоба, оно отлично увлажняет кожу, поэтому это как бы два в одном, и увлажнение, и также снятие каких-то покраснений, каких-то неприятностей на лице, поэтому тоже я его покупаю, по-моему, второй раз, и вот как закончится, а закончится оно мне совсем скоро, обязательно закажу новую баночку. И из масел это все, давайте, нет, у меня осталось одно масло, но это масло у меня для тела, от фирмы Alba Botanica, которая называется Cuckoo Nut. Я его уже показывала в своих покупках, это мое самое любимое масло для тела, хотя перепробовала я достаточно много. Мне очень нравится его запах, такой сладкий, теплый, пахнет, наверное, какао, орехами немного. Очень приятно, я думаю, что многим этот запах понравится. И, конечно же, мне нравится, как оно увлажняет мое тело. Кожа очень мягкая, очень напитанная. Зимой, я думаю, всем этот эффект нужен. Следующий продукт будет, опять же, для тела. Это Body Butter от фирмы Andalou Naturals. Я его уже показывала в своих открытиях года. Это средство очень хорошо питает кожу. Я его использую не только на тело, но и на руки, например, когда они у меня очень сильно сохнут. Очень приятный запах. Пахнет какао, наверное. Да, пахнет какао, очень приятный запах. Есть очень много полезных ингредиентов, безумно много. Очень его люблю и всем советую. Кстати, огромный его плюс, то, что он не липкий, достаточно быстро впитывается. Хотя баттеры впитываются очень-очень долго. Следующий продукт я заказываю уже в третий раз, и это крем для области вокруг глаз от фирмы Reviva Labs. Я уже очень много раз о нем рассказывала, но просто не могу не упомянуть и в этом видео. Это просто обалденный крем, он отлично увлажняет эту область, действительно хорошо ее напитывает. Я думаю, что даже будет разглаживать какие-то мимические морщинки, поэтому если вы ищете какой-то хороший, питательный такой ночной крем, или даже дневной, потому что днем я его тоже использую, обязательно его попробуйте, и продается он опять же на сайте iHerb. Следующий продукт будет для волос, это мое открытие прошлого года, это, наверное, любовь на всю жизнь. И действительно, наверное, лучше продукта я пока еще не встречала. Это, конечно же, средство от фирмы Desert Essence. И это серия итальянский красный виноград. И это обязательно и шампунь, и кондиционер, потому что по отдельности они действовать не будут. Огромный плюс, то, что эти средства подойдут как окрашенным волосам, так и натуральным. Потому что я знаю, что окрашенным волосам достаточно трудно подобрать натуральный уход. Этот проверен и на окрашенных волосах, и он подходил, и, скорее всего, 99,9%, что вам эти средства подойдут и понравятся. Не могу не отметить запах, это просто какая-то ароматерапия, когда вы моете голову, поэтому всем советую, обязательно его попробуйте, шампунь и кондиционер.
Следующее средство будет также для волос. И это термозащита от фирмы Giovanni из серии бразильский кератин и органовое масло. Я не так давно купила эту термозащиту, но я действительно полюбила. У меня было достаточно много натуральных термозащит, но они как-то ничего не делали с волосами, как будто бы я просто какую-то водичку брызгала на волосы и все. А эта термозащита позволяет намного легче расчесать волосы, она делает их более мягкими, более послушными, поэтому полюбила ее за последнее время и, скорее всего, могу тоже посоветовать. И последний продукт, который у меня остался, это будет дезодорант Кристалл, но в такой вот жидкой версии. До этого у меня были в твердом виде именно сам Кристалл, но решила попробовать что-то новое, что-то интересное. И вот эти дезодоранты с запахом у меня с лавандой, а до этого я вам, по-моему, показывала с гранатом, и, как мне кажется, в жидком виде Кристалл действует немного лучше, как мне кажется. Поэтому, кому не подошел Кристалл твердый, попробуйте, возможно, вам этот и подойдет. И последний, 10-й продукт, которого, к сожалению, у меня сейчас нет, баночку я уже успела выкинуть, это маска для волос, опять же, от фирмы Облепиха Siberica Professional. Это облепиховая маска для волос для, по-моему, очень поврежденных волос. Это безумно классная маска, которая действительно питает волосы, делает их более такими прямыми, более послушными. Также мне нравится аромат, который остается на волосах, наверное, дня два, и мне он очень нравится, поэтому для меня это является только плюсом. И уверена, что вам также она подойдет, поэтому обязательно ее попробуйте. Продается она в магазинах Organic Shop. Это все продукты, которые я хотела вам показать. Обязательно пишите о своих любимых натуральных продуктах. Мне будет интересно почитать, узнать что-то новое. И всем пока и до скорой встречи.